Общественная организация «Мир детям» призвана объединить семьи, в которых есть дети с особенностями развития здоровья. Помочь им социализироваться, показать, что они не одни. И многие готовы помогать и поддерживать их. Вот это вот общение наших детей, общение родителей, это очень многого стоит, потому что раньше нас не знали и не видели. Теперь мы такие же полноценные граждане в нашем Одинцово. Организации всего несколько лет, но за это короткое время мамам удалось добиться высоких результатов. Дети постоянно проходят реабилитацию, посещают огромное количество развлекательных и образовательных мероприятий не только районного, но и областного уровня. Не все зависит от внешних, да, факторов, от общества. Иногда еще зависит от тебя лично. Так как у нас достаточно активная семья, то мы ее всегда, в принципе, насыщали нашу жизнь какими-либо событиями, поездками и программами. Вот. Но, конечно, наличие таких организаций, как «Мир детям» и многие структуры еще здесь в Одинцово, которые есть, они просто помогают, так сказать, реализовать наши цели и желания. Благодаря поддержке главы района открыта секция слэдж-хоккея, где ребята активно тренируются. Уже состоялись первые выезды на соревнования. Все это делается для того, чтобы особенные дети социализировались, находили друзей и комфортно чувствовали себя в повседневной жизни. Наши дети занимаются слэдж-хоккеем. Мы уже ездили и на соревнования в Питер, и в Тулу ездили, в Сергиев Посад, Пересвет дети были. У нас есть бассейн. Вот в круглой школе у нас занимаются там дети. Вот. У нас начали занятия лыжами. Это нам дали ставку тренера. И она занимается с детьми, мы начали заниматься. Потом это плавно перерастет в ролики. Елка для особенных детей – это праздник для всей семьи. В интерактивном представлении участвуют дети и взрослые. Фунтику не удалось провести ребят. Они справились со всеми заданиями главного героя. Сказка рядом, когда есть люди, которые готовы прийти на помощь, поддержать в трудную минуту и просто сказать: «Теперь ты не один». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».